Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим аккумулятор на батарею на MacBook Air A1466. Приступим. Для начала нам необходимо открутить заднюю крышку. Вот будем откручивать вот эти винты. Приступим. Также на MacBook Air 13 дюймов A1369 аккумулятор на батарее меняется точно так же. То есть это две модели идентичны. Снимаем заднюю крышку. Теперь нам необходимо открутить аккумулятор на батарею. Для начала отсоединяем ее от печатной платы. Отсоединили. Теперь приступаем. Открутили. Теперь вынимаем неисправную аккумуляторную батарею и устанавливаем новую. Ее теперь необходимо прикрутить. Теперь снимаем пленку с аккумуляторных банок. Делаем это аккуратно. И последнее. Теперь подключаем аккумулятор батареи к печатной плате. Подключили. Устанавливаем заднюю крышку. И прикручиваем ее. Не путайте винты. Винты разных размеров. То есть откуда выкрутили винт, туда же его и вкручиваете. Если ваш аккумулятор на батарее потерял емкость или вышла из строя, ее просто нужно заменить. Это делается довольно-таки просто. Все, мы заменили аккумулятор на батарее на MacBook Air A1466 и A1369, ну потому что это точно такая же модель. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.